что скрывается на дне океана в GTA 5. Для этого я установил мод, и теперь вся вода в океане исчезла. Существуют тонны мифов и догадок по поводу этого скелета. Одна из них гласит, что это скелет мегалодона, но все же многие игроки считают, что это просто скелет кита, затонувший самолет. Информации по поводу почему и из-за чего он утонул нигде нет. Однако это довольно интересная локация, которую можно с удовольствием поисследовать.